Территориальное общественное самоуправление получило президентский грант на реализацию проекта «В ногу со временем». Это уже их второй проект, направленный на обучение старшего поколения работе с компьютером. Сейчас упор сделан на освоение интернета. Пенсионеров учат работе с соцсетями, использованию электронной почты и покупке билетов онлайн. Мы изучали потребности населения и выяснили, что людям пенсионного возраста в эпоху цифровизации не хватает именно знаний компьютера, практических знаний компьютера. И проведя анкетирование, проведя опрос среди населения, мы составили программу, которая пошагово рассказывает людям пенсионного возраста, как от включения компьютера перейти к базовой работе. Для проведения обучения был создан модернизированный компьютерный класс и закуплены ноутбуки. Занятия ведут два преподавателя два раза в неделю по 2 часа. Прийти может любой желающий. Галине Лыкшиной 66 лет. Она увидела объявление о наборе в группу компьютерной грамотности и решила записаться. Рассказывает, раньше работала инженером, но компьютером не пользовалась. Все уже переходит на, так сказать, на компьютер, на цифру. Уже становится неудобно жить даже без компьютера. Хочется все же какую-то теоретическую основу под это иметь, чтобы, ну, так сказать, расширить рамки знаний и чтобы это способствовало облегчению работать дальше с документами, с организациями. Самой старшей ученице 86 лет. Сейчас обучение проходит 2 группы по 10 человек. Но к завершению проекта организаторы обучат навыкам работы с компьютером 200 самарских пенсионеров. Максим Магомедов, Николай Епифанов. События.